Постоять на потолке, опираясь рукой на кровать, стул или кресло, или вообще без опоры. Здесь акробатические трюки по плечу каждому. Такой перевернутый дом стоит в Брайтоне на юге Англии. В туристический сезон поток гостей не иссякает. Вместимость ограниченная. На осмотр и фотографии дается 20 минут. Вход стоит 5 фунтов стерлингов. Люди заходят и делают очень много хороших снимков, и им это нравится. Наша реклама – это публикации в социальных сетях. Дом построен под небольшим наклоном, из-за этого внутри немного теряется ориентация, но ненадолго. Освоившись, гости дают волю фантазии и фотографируются в самых необычных позах. Когда делаешь снимок, а потом переворачиваешь его, результат получается интересным. Это классный аттракцион, сюда стоит прийти. Я не ожидала, что буду заниматься аэробикой и гимнастикой в Брайтоне. Я приехала сюда хорошо провести день, и мне здесь очень понравилось. Первый перевернутый дом в Великобритании построили в 2018 году в городе Борнмут. Потом такие аттракционы появились в Брайтоне, Лондоне, Грейт-Ярмуте и других местах. Дома-перевертыши есть в разных странах, включая Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Объединенные Арабские Эмираты. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.